Есть вещи, которые не бросаются в глаза, но увидев которые, можно легко понять, что из себя представляет владелец авто. Это салон, двигательный отсек и багажник. Оговоримся сразу, придать автомобилю первоначальный вид, если машину использовали как загнанную лошадь, невозможно. Иное дело, если хозяин даже не регулярно, но занимался чисткой салона, багажника и двигателя. Тогда применение современных технологий способно творить чудеса. Но технологии должны применяться грамотно и с умом, а это уже задача обученного персонала. К примеру, мойка двигателя с использованием бесконтактных моющих средств и высоконапорных агрегатов – это настоящее искусство. Не залить блоки управления и высоковольтную группу. И не везде и не всегда можно использовать мощную струю воды. Высокие температуры, обилие поверхностно-активных жидкостей, наличие красителей, пары кислоты формируют исключительно трудно смываемые загрязнения, и здесь в работу вступает спецхимия. А пока она целенаправленно разжижает несмываемые водой пятна, заглянем в салон. Это место практически предназначено для комфортного проживания и управления, и здесь все, по сути, должно быть натуральным или выглядеть таковым. А то, что может случиться и случается с вещами натуральными, то есть с человеком, случается и с автомобильным салоном. Вспомнив дешевые полировальные китайские губки прошлого века, которые до сих пор продают людям несведущим, и которые, растирая в глянцевом составе грязь, типа наводили порядок, отметем их в сторону. Это то же, что мыть голову хозяйственным мылом. Сегодня есть нанотехнологии, позволяющие на молекулярном уровне удалять даже самую въевшуюся грязь, следы никотина, продуктов жизнедеятельности. Они также уничтожают запахи, грибки и плесень, невидимые человеческим глазом. Можно, конечно же, залив панель и салон спиртом, достичь подобного, но эффект обезжиривания может ой как навредить. Современные материалы восстанавливают пластик, кожу, винил, увлажняют, смазывают и полируют поверхность. И вот результат. То, что было с виду чистым, на деле оказалось далеко от идеала. И еще раз напомнив. В процессе чистки не применялись материалы, содержащие масла или смазывающие компоненты на основе полиэфиров. Натуральный и естественный блеск пластику и кожи придала настоящая чистота поверхности, ибо муть – это мельчайшие частицы, не стираемых обычными средствами компонентов. А пока мы раскрывали потрясающие возможности, используемых в комплексе «Твой додыр» материалов, те из них, что предназначены для очистки двигателя, сделали свое дело. Тщательный промыв, подающийся керхером нагретой водой. И результат не заставил себя ждать. Но индивидуально для пластика, резиновых трубок, полимерных кабель каналов существуют специализированные восстанавливающие и увлажняющие средства, способные проникнуть в молекулярные связи, вернуть пластику и резине эластичность, плюс прекрасный внешний вид. Подкапотное пространство автомобиля существует в условиях гораздо более тяжелых, чем внутренние элементы. Здесь и пыль, и конденсат, и нагрев, и стужа. Но регулярная обработка приблизительно раз в 5-10 тысяч, в зависимости от условий эксплуатации, и ваш двигатель будет радовать ваш взгляд на техосмотр и удивлять инспектора ДПС. И самая сложная, казалось бы, процедура – чистка коврового покрытия. То, что находится в салоне на полу, и то, чем выстелен багажник – ничто иное, как формированное ковровое покрытие. Если ваниш легко удаляет кофе и сок, то как он сможет справиться с маслом или ржавчиной? Есть и такая химия. Не надо беспокоиться за залитый водой багажник, такого не случится. Эта поверхностно-активная пена поднимает и удаляет за счет меньшего статического притяжения несмываемые частицы, а затем вся грязь удаляется мощнейшими пылесосами, оснащенными водоотделителями. Конечно, часть воды остается, и для этого слегка просушим автомобиль, но ради такого результата сделать это необходимо. Разумеется, существуют загрязнения, с которыми можно справиться, только полностью перестелив покрытие. Это если вы любитель превращать свой комфортабельный автомобиль в грузовик. Но сегодня на рынке представлены специализированные пикапы и недорогие японские и китайские малотоннажки. А на седанах, хорошо ликвидных таких, катайтесь и получаете удовольствие. Примерно в конце 20-х годов прошлого века один человек совершил и гениальный, и глупый поступок одновременно. Он внедрил конвейер в автопроизводство и покрасил все свои недорогие машины в черный цвет. Почему глупый? Да каждый владелец черного и даже лакированного автомобиля еще 10 лет назад вынужден был постоянно возить с собой тряпку пылесборник и таблетки от головной боли, от неликвидируемых царапин, что вполне актуально было и для других темных цветов, и не только. Но сегодня есть технология, позволяющая надолго об этом забыть, и она реализована в центре восстановления и обработки Mr. Cap.
основном подразделении комплекса «Твой до дыр». Это ноу-хау, это на самом деле реально полимер, который при застывании становится пластмассовым. Вот. Мы наносим его на кузов автомобиля, он заливает все микропоры и царапины, и с этим автомобиль становится колоссально блестящим. На сегодняшний день автокосметики очень много, но вся она на водной эмульсии, и после каких-то определенных моек, там 1, 2 или 3, они все смываются. Что касаемо жидкого пластика, он не смывается вообще. Ни дождем, ни шампунем, ни какой-то там химией.